Японская модель и победитель конкурса «Мисс Япония» Сари Наказава встретилась с сирийскими детьми-беженцами в столице Иордании Амане. Она провела с ребятами занятия по оказанию первой медицинской помощи. Наказава стала посланником японского Красного Креста, который координирует активность гуманитарных организаций с местными властями. Они приютили вынужденных мигрантов. Моя главная цель – увидеть собственными глазами, что происходит с сирийскими беженцами в Иордании, и рассказать об этом моим соотечественникам. Я увидела, что дети здесь счастливы и очень рады этому, но возникают вопросы относительно их учебы в школе. Я пытаюсь понять, какова их реальная жизнь. Я приехала сюда как посланник Красного Креста, как участница конкурса «Мисс Вселенной» от Японии. Но я также выступаю как студент. Я также изучаю стоматологию и пытаюсь понять, что еще можно сделать для детей-беженцев. Главная цель визита «Мисс Японии» в Иорданию – привлечь внимание к тяжелому положению сирийских беженцев. Японские власти рассчитывают, что это подтолкнет страны-доноры к увеличению помощи. Япония сотрудничает с международными организациями, а также со странами-донорами. Речь идет не только о непосредственной помощи сирийским беженцам, но также и помощи местным властям. В организации образования, очистки воды, утилизации отходов. Сегодня этим занимаются Международный Красный Крест и Красный Полумесяц Иордании. Я надеюсь, что они станут примером для расширения такой деятельности.